Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер The Master. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем на режиме, открытие которого я прям очень долго ждал. И вот на днях буквально он открылся снова. Infinity Fantasy на Кристалликсе. Это, короче, RPG-шка, в которой нам предстоит с вами прокачиваться. Тут добавили новые всякие штуки, обновление вышло большое. Ну, не зря же целый месяц или полтора мы его ждали. Ну, я, по крайней мере, его ждал. Не знаю, ждали ли вы, но, в общем-то, я дождался. К сожалению, из-за того, что было много там у меня знакомых, друзей, которые приходили в реале, я тут тусил, скажем так, не смог прямо на открытие залететь. Но вот спустя два дня залетаю, поэтому погнали. Тут первый квест. Ну, я, как обычно, ничего читать не буду, потому что мне лень. Вот, но вы можете поставить паузу, прочитать. Вот, сдать. Поручиться, знаете, просто... привык, что вот если RPG заточено на сюжет, да, то есть как бы изначально ты понимаешь, что в RPG будет интересный сюжет, да, там, конечно, я каждый квест прочитаю, сюжетку изучу и так далее, да. Но вот есть RPG-шки, да, типа, по типу какому-нибудь Геншина. Вот я в Геншин, помню, на стримах играл, и мне было вообще неинтересно. О, да, что здесь добавили нового, кстати. Какой там сюжет, потому что он там подавался очень плохо. Ой, погоди. А, это сбросить. Так, погоди, что-то изменили. Дайте посмотрим, что изменили в прокачке. Во-первых, здесь появились какие-то огоньки. Здесь вроде была прокачка кинжала здесь, а здесь была прокачка меча. А теперь, смотрите, и кинжал в этой ветке покачается, и мечи в этой ветке качаются, и копья. И все, пока копья, кстати, добавили. Новое оружие, копье. Копья не было на ОБТ. Так, а что это теперь за прокачка? Элементального урона. Ага, скорости передвижения. Здесь буст есть к мане. Урон огнем. Урон холодом, смотрите-ка, нифига себе. Урон молнией. Ага, это типа свой... Чтобы, это, короче, что стихийный урон свой прокачивать. Но я думаю, лучше сначала будем качаться вверх. Окей. Так, уже что-то интересное добавили. Я хочу посмотреть, что добавили еще. Может, каких-то новых боссов, локаций, что-то еще. Старец, здорово. Да, он тут, как обычно, рассказывает всякую фигню. Ну, типа, гайды. Мне это не нужно знать. Я потому что так уже все знаю. Я на ОБТ играл, между прочим, боссов валил. Так, Страж Осколков. Все, нам нужно идти уже к следопыту. Вон к тому мужику, вон там он. И дальше уже развиваться. Так, хорошо. Но для начала, кстати, интересно, я хочу быстренько проверить, убрали ли эту херню или не убрали. Дерево, скажите, сюда с вами. Да, окей, спасибо. Убрали ли вот эту вот фигню? Смогу ли я фармить ресурсы здесь? А то сейчас я хоть и ночью записываю специально, потому что, ну, вы понимаете, днем здесь записывать вообще невозможно. По 1000 онлайна было, еще и выходные дни. Вообще ужас, короче, вообще нереально. Слишком много людей, даже вот заходил вечером, а то в первоначальных локациях все еще были люди. Да, все еще здесь, наверное, можно фармить золотую руду и железную, отлично, это хорошая новость для меня. Так, ну все, мы идем с вами к следопыту осколков. Он нам вроде как... О. А, я не взял квест, извините. Извините, я тупой немножечко. Все, идем к следопыту осколков, вот у нас подсветился. Я еще думаю, что он не светится. Нормально, и он вроде должен выдать первоначальную нашу с вами экипировочку. Да, поручите сразу же новый квест. Убить нежить и зажженный волк. Но мы сами знаем, что надо взять бафы. Надо взять бафы, потому что бафы это круто. Кстати, нифига, маунтов добавили, увидели? Лошадь проехалась какая-то. Маунтов, походу, добавили. А что такая прорисовка низкая персонажей, мобов? Наверное, на сервере вот именно это в реале что-то установлено. Потому что я сегодня заходил, я видел игроков и тут, и там. А теперь что-то вообще их не вижу. Да не, вот здесь вот вроде видно. Странно, ладно, хорошо. Сюда заходим. Премиум надо купить, он дает небольшой буст к опыту и так далее. Ну, на 31, на 31 день. Потому что я собираюсь долго играть в эту RPG-шку, она мне нравится. И самое главное, усилищие эффекты все купить. И дальше уже можно спокойно играть. Так, ну все, отправляемся бить мобов. У нас по квестам нужно убить нежить. И получается зараженных волков. В принципе, ничего сложного нет. Убиваем, сразу же нам выпадает какая-то палка. Лучше для нашей. Точность минус 70, то есть можно промахнуться или что? О, нифига, палка-то еще и отталкивает. Это круто, на самом деле, это реально круто. Так, нагрудник, о, еще и синий, кстати, и штаны. Фиолетовые, надеваем, все, они нам тут бустик небольшой дают, но они неплохие. Кстати, заметили, изменились рамки. Более красивые стали рамки у предметов. Посмотрите, вот такие фиолетовые, синие, зеленые. Прикольно выглядит, на самом деле, лучше, чем было раньше. Alt расширенное описание. А, теперь на Alt зажимаешь, и тебе показывают более расширенное описание. Удобно, потому что раньше это был немножко слон. Что за фиолетовый ник? Офигеть, у него ХП, жесть! Это, видимо, какой-то элитник. Теперь элитники есть мобы, это круто. Люблю, когда в играх делают элитников мобов. Ну-ка, убиваем элитника. Нифига с элитника выпало, лута, жесть!
Так, кстати, с нежитью я уже закончил. Так, шлем. Шлем надеваем. Ботинки фиолетовые, конечно, надеваем. Сразу же скорость у меня поднялась с этими ботинками. Я прям почувствовал. Ну, а все остальное пока оставляем в инвентаре. И у нас тут есть фиолетовый меч. Конечно, будем с ним драться. И у меня почти, кстати, уже следующий левел. Но я здесь не буду бить уже больше нежить. Потому что она уже, ну, типа, нам не нужна по квесту. Нам нужны волки. О, синий. Синяя нежить. А, походу, элитников двух разных типов добавили. Синих и фиолетовых. За фиолетовых дают, ну, они более жесткие. А синие послабее. Ну и шмота с них падает. Жесть. Так, насколько я помню, здесь были волки. Убиваем. Ага, вот здесь я волков фармил в прошлый раз. Было удобно. И, кстати, нужно будет в этот раз... Мы с вами с ОБТ в конце уже ОБТ узнали, что, оказывается, на каждой локации есть секретные зоны, которые можно лутать и получать с них какие-то бонусы. Я знаю на первой локации эту зону, поэтому сейчас мы побежим сразу же туда, найдем ее и залутаем тот лут, который там дают. Так, опа, что дали? Слепо грани, ну это херня какая-то. Так, тут еще один зараженный волк. Этот зараженный волк раньше был здесь, их было здесь... Опа, фиолетовый, ну давайте фиолетового развалим. Фиолетовый волк, да, смотрите, видите, у него просто в 10 раз больше хп, на нем действует какой-то баф. Пробивание плюс 50%, офигеть. Но благодаря тому, что я закупился, ну, бафами изначально, первые локации легко проходятся. Офигеть, лута с них падает. Жесть, интересно, могут ли боссы такие заспавниться крутые? Непонятно. Все, мне нужно вернуться обратно к мужику к этому. Хотя раньше, вроде как бы, как будто бы не следопыту нужно было это сдавать, а следующему NPC-шнику сразу же бежать. Ну ладно, погнали к следопыту. Здесь сразу же мы спрыгиваем. Ничего сложного. Нет, прикольно. С элитниками, с мобовыми элитниками это прикольно. Но мне нравится, я ставлю лайк. Я люблю, когда в РПГшках такое есть. Так, все. Сдаем квест. Следующий старец. Торговец снаряжением. Нас тут чему-то обучают. Но мы... А, еще и заточки дали. Нифига себе, заточки. Это хорошо. Заточки это мы одобряем. Да, это мы одобряем. Старец. Да, видите, появились у нас новые всякие штуки. Мы, конечно же, читать не будем. Вы, если захотите, зайдите и прочитайте. Потому что я рекомендую вам поиграть на этом режиме. Он у нас только появился, здесь еще мало что есть, если честно. Так, можно какое-то снаряжение покупать, но мы уже выбили и так хорошее снаряжение. Так, у меня, кстати, вроде должен быть доступ к складу, да, здесь хранилище. Да, и хранилище я буду пока кидать всякие вот эти вот штуки. А это все сейчас буду продавать. Надеюсь, я могу это продать же. Вот, да, советую вам зайти поиграть на кристаллик свою RPG-шку, потому что если вам нравится такой жанр, то это будет прикольно. Это уже не просто кликер или какой-нибудь симулятор или тайкон. Здесь уже, конечно же, посложнее. И в будущем эта штука будет еще больше развиваться. Убить мертвого рожденный паук, понятно, там все, угольную руду еще добыть, а не дали кирку, кстати. Кирочку, кстати, дали, поэтому я ее сразу же кидаю сюда. Но перед этим я хочу пойти продать весь свой мусорный лут, чтобы заработать денег, естественно. Вот, было прикольно, если можно было бы спавнить мужика и продавать лут прямо здесь. А, ну тут же есть вроде бы фильтр, фильтр на выпадаемый лут, но пока что мы его не будем использовать, потому что можно что-то хорошее выбить. А, не у тебя, а у кого продавать? Не, у него тоже вроде можно продавать, да? А, продать за 0, за 6. Ну, перволевельные шмотки, что я хотел. Что они будут дорого продаваться, мне кажется, реально можно было их выкидывать. Оп, перетовые ботинки лучше оставить. Может, реально хорошие. Так, все, это все продаем, очистили инвентарь. А ну-ка, у меня фиолетовые ботинки лучше или нет? Контрол сравнение, надето вот это вот слева. Здоровье 93, сила атаки 6. Сила стихии, защита, восстановление здоровья, скорость передвижения. Но те, что на мне надеты, по-моему, получше будут. Поэтому эти я, пожалуй, продам. Фига за 9, нормально. Все, и мы с вами побежали дальше по квесту. Так, какие вот тут уже в топе левела? 36, 35. Неплохо, неплохо. То есть, в целом, чуваки за двое суток до 36 дошли. Нормально. Если есть контент расширили, но вообще на 36 там вроде бы уже было и так все. Ну, то есть, как бы на ОБТ, ну, надеюсь, сейчас тут подрасширили контент. Все, эти мобы нам уже не нужны. Мы их все пробегаем и идем уже в следующую локацию. Так, выкидываем. Так, вроде бы он в той башне был бонус, да, или здесь. Не, он в той башне был бонус, это я точно помню. На открытом бета-тесте, возможно, его поменяли. Куда-то его убрали, перенесли, волки. Ну, прикольно, что спавнится эти мобы с фиолетовыми и синими никами. Так, заходим сюда и тут мы находим труп, да? О, вы обнаружили труба прошлого воина, получите награду. А какую награду мне дали? А, за каждого вы получаете награду. Видите, написали за каждого. То есть теперь на каждой локации за такого воина мы получаем награду. Но я не понял, что я получил, если честно. Непонятно. Ну ладно, ладно, в любом случае нужно их лутать, потому что я помню, что-то нормальное вроде давали. Так, все, не, волки, волки, вы меня уже не интересуете. Все, 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 успокойтесь, волчары. Мы с вами идем дальше. А именно к следующей локации. Ну да, NPC-шники могут что-то на таком расстоянии появляются. А где здесь NPC-шник? Здесь должен быть NPC-шник стоять. И тут тоже. Что происходит? А, я понял, разработчик убрал.
убрал здесь на каждой локации NPC-шника, и теперь все у первого чела, видимо, берется, да? Да, походу так и есть. Так, пауки, пауков. Ну, с пауками уже чуть посложнее, но нормально, мы с ними легко справляемся в целом. Получаем с них уже второго левельные шмотки. Синий паук, ну это будет сложно, но пробовать можно. Мне кажется, синего паука мы должны и опыта нормально залутать, и шмоточки получить получше. Но, правда, что-то я начинаю немножечко сосать жестко. Хотя, убить его я точно успею. Ух, убил. Ну, как будто его мало дали, если честно. Я рассчитывал на больше. И мобов стало меньше. В этой локации раньше было как будто больше пауков раз в 10. Так, сразу же качаем кирку и сразу же выполняем задание на уголь. Мне нужно 10 угольной руды вскопать. Я это делаю. Что-то плюс 4, непонятно. А, это опыт, скорее всего. Да, это опыт, который кирка наша получает. И кирку надо качать, потому что в будущем это будет очень полезная штука. Так, для фарма. Так, хорошо, уголь забираем. Синего паука, но пока что не хочется мне его убивать. Мне кажется, он сейчас второго левела шмотки пришли. Критрон 104, ну блин, фиолетовый как будто фирм клинок лучше. Можно даже, знаете, может заточки потратить. Не, ладно, я уже перебор какой-то. Какие заточки тратить? Можно было бы, конечно, заточки потратить, заточить этот меч, чтобы он стал получше. И первые три уровня мы хорошо проходили. А давайте, в принципе, так и сделаем. Да пофиг, на самом деле, реально, так и сделаем. Берем заточки. Все, он должен у нас поднять был уровень из этого. Уровень это один. Странно, раньше уровень поднимался. Видимо, теперь заточки по-другому. Заточки теперь по-другому работают? Что? Я не знал этого, если честно. Я думал, заточки работают так же, как раньше. Типа просто каждый левел заточки поднимает уровень предмета. Жесть. А что такое дэмэдж? Что такое дэмэдж жесткий, мужик? Не, этого я не осилю. Надо уходить этого паука. Я его не завалю, это 100%. И регенерация, кстати, стала медленнее. Так, штаны, кстати, второго уровня. Они должны быть лучше даже, чем штаны первого уровня. Поэтому их сразу же заменяем. Чтобы у нас было больше хп, сила атаки, защита. Эти на продажу. По оружию вообще точно так же, но я думал, что я, если честно, зачаровав оружие, сильно его улучшу. Но что-то как будто бы оно улучшается теперь меньше. Я даже не знаю, типа это плохо. Раньше заточка реально была имбой. Ты типа чаруешь предмет, у тебя на левел предмет выше. Ты типа на плюс 5 точишь пуху, и у тебя как будто пуха там на 5 левелов выше. Это типа серьезный буст был. А теперь такого нет, ладно, давайте просто валить пауков. О, не-не, не фиолетового, этого я не осилю, мужики. Этого я не осилю, мне нужны хотя бы шмотки, типа, ну, второго левела нормально. Такой обычный, о, обычный. Обычного я должен убивать спокойненько. Все, спокойненько убил, отлично. Давайте пока попробуем левел апнуться, ну и по пути еще выкопать всю эту угольную... А, угольную руду я уже выкопал, пока что ладно, пока что хрен с ней с этой угольной рудой. Так, штаны у меня уже есть, мне нужны другие элементы сета, понимаете, для второго левела. Так, канарских пауков я уже практически... Ну, давайте синего, мне кажется, я могу попробовать убить. Ой, нажал какую-то кнопку на клавиатуре случайно. Здесь просто очень много кнопок задействовано в управлении. Так, давай, паучешка. Оп, и отлично, я левелапаюсь. И еще и слепок грани какой-то, ненависть. А, ну это фигня. Так, ну, поножью у меня уже есть. Нагрудник лучше надеть, наверное, второго уровня, потому что посерьезнее будет. И по штанам мертвые поножи. А, это те, которые у меня были. Ё-моё, мужик, езжай, пожалуйста. Мы уже третий левел апнули, что левел, ну, опыта идет дофига. Особенно с этих синих фиолетовых мобов вообще дофига опыта идет. Гораздо больше, естественно. С них и лут, и деньги, и все гораздо больше идут. Так, это все канарийские пауки. У меня они уже все до фула. Мне, наверное, стоит найти какого-то другого паука поинтереснее. Вон там пауки были поинтереснее, но, блин, тут фиолетовые. Ой, только не фиолетовые. Не-не-не, мужики, давайте, до свидания. Канарийских пауков мне не нужно. Мне нужны мертворожденные пауки. О, вот эти вот. Братишка, давай поговорим. О, фирм клинок, кстати, второго левела. Надо бы посмотреть, может быть, им я буду быстрее выносить мобов. И зря я все это время с этим бегал, с мечом. Зря его заточил. То, что я его заточил, это уже очевидно, то, что это было зря. О, кинжалом. Ну да, кинжал как будто его мощнее. То есть нет смысла сейчас тащить вещи, видимо, на таких ранних этапах. Ну да, посмотрите, я реально быстрее выношу, чем фиолетовым. Хотя у фиолетового там еще и доп-статы. Кстати, я это все время апался и могу прокачивать себе скиллы, но я этого не делал, это плохо. Так, все, квест я закончил, нужно лететь, его сдавать. О, а как здесь телепортироваться быстро? Не-не, мужики, умирать я точно не хочу, потому что после смерти мы получаем жесткий дебаф. А дебаф это то, что мне сейчас не нужно. Так, телепорт, на N-телепорт здесь. Так, нам сюда. Давайте заодно продадим шмотки. Чтоб глаз не мозолили. Так, а нагрудник у меня уже есть, да, второй левел? Второй левел нагрудник, у меня только штаны и ботинки перволевельные. Поэтому все нагрудники, все штаны, пофиг пока. А, хотя, погоди, нагрудник-то синий, а у меня зеленый. А, это первого левела. А мы пока продаем. Кидают, зачем? Я сразу выкидываю, чуваки. Вы мне на сервере ничего не скидываете.
Я это все буду просто выкидывать. Вот как вы мне их скинули, так же я это буду выкидывать. Потому что мне это не нужно. Мне нужны эти подачки, я сам разберусь. Такая торговля с ним пока недоступен. Окей, погнали, сдадим квест. Мечта арахнофоба квест, кстати, назывался. Сдать. Торговец общим материалом, торговец материалами грани и парн. Окей. Давайте все это сделаем. Все трое здесь. Ой, нифига, вот этого парна, кстати, вроде не было. Что за парн? Это новый NPC-шник. Этого NPC-шника не было, чуваки. Надо с ним обязательно поговорить, узнать, что он себя представляет. Заберите эту херню. Порошок вот этот фиолетовый мне... А, не, погоди, фиолетовый порошок я уже... Это я получил за квест, кстати. Не скидывайте мне ничего, пожалуйста. Что вот за люди-то вот такие там? Я же ничего не прошу, зачем мне ничего скидывать? Так, поговорил с этим, поговорил с тем. И поговорить с парном. Вот парна не было. С парном интересно, что он мне скажет. А куда-нибудь запрыгнем, чтобы мне ученики дали в инвентарь всякого мусора. С этого момента, мой милый друг, у тебя появилась не менее милый, но уже твой спутник. Нифига себе, спутник. Так, спутник, нажмите, чтобы призвать. С. Офигеть, да, вот, добавили маунтов. Понятно, что за пар. Ну, маунты это круто, если честно. Маунты это реально круто. Надеюсь, каких-нибудь летающих добавят. Нифига, у чувака, какие крутые крылья. У меня, кстати, такие же. О, видали, видали. Так, хорошо, следопыт, поговорим. Сдать квест, поручиться. Вожак волков, ну что ты мне скидываешь? Слава тебе, Господи, ничего не кидает. Так, сразу же в хранилище закидываем пыль. Эту пыль я получил по квесту, могу улучшить обычную до фиолетового. Так, вожак волков и железную руду. А чтобы добывать железную руду, нам, дорогие друзья, с вами, знаете, что нужно? На, ой, кстати, теперь денег стоит телепорт, неплохо. Раньше они были вроде бесплатными, но теперь стоят денег. Нам нужно с вами копать уголь, потому что без угля наша кирка не прокачается. Да, но мы на этой локации можем копать уголь. Слава тебе, Господи. Вожак волков. Самое главное, чтобы я их смог осилить, потому что шмотки-то у меня все еще первого левельного некоторые. И это плохо. Опа, меч какой-то выбили. Дагер. О, кстати. Он синий. Возможно, с ним у меня пойдет получше. Хотя, не, нельзя умирать, нельзя умирать, нельзя умирать. Если мы умрем, мы получим дебаф. Минус процент к опыту, дебаф и всякие разные. Это херня. Давайте, пока, у нас пока мы регенимся, мы с вами фармим уголь, чтобы, естественно, прокачать кирку, чтобы мы смогли выполнить квест, потому что ну, там, видите, железную руду нужно добыть. А железную перезагружен через 4 минуты. Вы издеваетесь. Только я захожу, начинаю записывать летсплей, проходит 20 минут, уже какие-то перезагрузки. Ну, а может, оно и к лучшему. Хотя, вроде, и не лагает, и все в порядке. Да я сегодня заходил, когда было 800 онлайна, и, ну, просто посмотреть. И даже тогда не лагало. Типа, это круто, на самом деле. Оптимизация стала лучше, потому что... На ОБТ были небольшие микрофризы, если честно. Удочку добавили, то есть теперь рыбалка есть, нифига, интересно. Интересно, что за рыбалочку здесь добавили, да, вот видите, кинжальчик. А, и прокачается точно. Мы же с вами уже третий левел, давайте прокачаемся. Очки искажения, увеличить здоровье, физический урон. Ну, наверное, пока физический урон будем прокачивать. Или же направо. Эти штуки я пока не могу качать, давайте сюда качаемся. Все, ну, да. Потом уже решим, на каким оружием будем пользоваться. Так, ну, чел убил волка. Но мне бы, конечно, их убивать тоже. Так, давай, вот, волк, вожак волков. Давай, оп, вожачок. Блин, с волками уже, конечно, сложнее стало. Прямо чувствуется. Чувствуется разница с предыдущими локациями. Блин, он меня убил, я дебафнулся, да? Или нет, дебаф не накинули, кстати. Видимо, нужно несколько раз подряд умереть, чтобы дебаф получить. Ну ладно, мы пока тем временем качаем нашу сами кирку. Вроде как-то я могу вроде скрыть игроков, потому что я купил премиум. Премиум, на самом деле, очень много плюсов. Сейчас покажу список. Премиум дает увеличенный доступ к складу по стандартному кнопку, удаленный доступ к фермологу. Так, удаленно принимать и сдавать задания. О, да, да ладно, Джей. Надо запомнить, это крутая тема. Плюс 30% к опыту, получение на 50% больше мирн, валюты, с руды. О, да. Мгновенное перемещение через изменители портов. Смену, специальную ауру. То есть мне ауру дали. Ну-ка, погодите, ауру мне уже дали какую-то. Так, а где меню аур? Покупка, неплохо сделано, что непонятно, где аура, которая мне доступна. А, вот. Видимо, сверху. Давайте выберу. Проверяем. О, красивая аура у меня теперь снизу, смотрите, подо мной. Прикольно. Так, давайте еще почитаем. Не, на самом деле это круто, что мы можем задание удаленно сдавать. Вот это вот реально крутая, это полезная тема. Донат магазин, премиум что еще дает? Иконка перед вашим ником. Да, вот слэш хайд, вроде как можно писать только с премиумом, мне говорили. Ага, не, видимо это убрали, потому что я даже вижу в описании, донат этого нет. Видимо это убрали. Ну ничего страшного. Но я бы скрыл бы реально игроков. Я понимаю, что в будущем здесь будет ПВП жестко. О, давайте подберем, вдруг здесь тут куда полезно для меня. Второй левел, третий левел по ножке, конечно, надеваем сразу же, даже без раздумий.
Третий левел оружия есть? Да, есть. О, третий левел фиолетовый клинок. Хорошо. Даже не раздумывая, просто его беру. Так, ну сейчас будет рестарт, наверное. Стоит, наверное, подфармиться перед этим. Ну, именно кирочку прокачать. О, все, теперь кирка у нас с вами каменная. Отлично. Теперь мы сможем с вами фармить железо. И выполнить задание с железной рудой. Там вроде спереди, вон там можно железо подфармить. Через 30 секунд уже будет перезагрузка. Давайте посмотрим, как быстро сейчас убиваем волка. В целом нормально, но второй волк этого я не ожидал. Но мы убили его, апнулись вообще очень вовремя. Я, кстати, не могу подобрать на груди, потому что не я добил этого мопчика. Прикольно. Так, давайте нажмем Е. А, ну сейчас уже перезагрузка будет. Давайте ждем перезагрузку тогда получается. Ладно, пока ждем, поубиваем вожаков. А, 3, 2, 1. Я, наверное, умру из-за того, что я в бою. Да. Ну все, сейчас, чуваки, ждем. Когда наконец-то сможем продолжить играть. Потому что эту серию я планирую записывать, наверное, где-то, ну, часа 2. Потому что я хочу прям сильно развиться в первой же серии. Может быть, даже часа 3 буду играть. Потому что, ну, это прикольный RPG. Причем я уже вижу, какие изменения добавили, какие изменения сделали. Это реально круто. Вот, все, ждем. А, ну все, он уже рестартнулся. То есть, даже паузу не пришлось ставить. И я, смотрите, я не умер, кстати. Это круто. Это круто, это реально круто. Это второй левел. У меня тут второй левел. Тут синий, кстати, второй левел. Давайте его наденем. Так, и пойдем дальше фармить вожаков-волков. Я так понимаю, мы можем вдвоем убивать. В целом, мне их тоже вроде засчитывают даже. Но чел что-то не хочет на месте убивать волков. Не, не скидывай мне ничего, я не буду это подбирать, чел. Я не буду это... Чисто принципиально я не буду это подбирать, потому что это не мое. Хотя, вроде как, на этом левеле я уже могу купить себе зельки. Я вот не помню, на четвертом левеле были ли зельки? Что это мне за кусок говна? Соберите полную колоду, чтобы получить предмет. Стопка колоды 5, сфера восстановления. Не-не-не, мужик, это не мое. Так, давайте в первоначальную зону портнемся и посмотрим. Вот этот чувак продавал зелье. О, да, все, это надо брать. У нас есть деньги? 2000. Так, зелье здоровья, ну, берем. Зелье крита, берем. Зелье крита, зелье скорости можно не брать. Зелье маны тоже можно не брать. Давайте крит возьмем, скорость брать не будем, потому что у нас денег мало. Пока что лучше так сильно не тратиться, но мне кажется, с этим мы будем гораздо быстрее фармиться. А быстрее фармиться это очень важно для нас. Так, все, меню очков, сразу же физурон себе поднимаем, физурон подняли. Теперь, естественно, летим, телепорт на третью локу, пьем, 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 получили дополнительные бафы. Ой, а хилка-то, зелье здоровья, это я просто хил, да, завязал? Думал, то, что он даст 20% здоровья мне на время. Но это была просто хилка. Ладно, криты. Самое главное, что я криты себя апнул. То есть сейчас есть шанс критануть. Шанс крита выше и сила крита тоже выше. Так, одного волка убили. Не-не-не, бафы исчезнут, если я сдохну. Вроде как бафы исчезают при смерти, да? Не хотелось бы, чтобы мои бафы исчезли. Ну, реген, конечно, долгий, если честно. Как будто бы регена было раньше быстрее. Быстрее зарегенивался. Но, возможно, это из-за того, что ОБТ было. Типа, было прощение небольшое. Так, идем вперед, мне еще железную руду копать. Ох ты, нифига, не, этого скелета-лучника я не убью. Ой, пацаны, 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 справьтесь с ним, а? Да, я помогу, я помогу. Ой-ой-ой, он еще поджигает. Ох. И бафы с меня сняло. Не, бафы, кстати, не снимает. Ух. Пронесло, пронесло. Но мы теряем деньги, мы теряем еще что-то. Погодите, синий волк. Давай синего волка попробуем убить. Не знаю, хорошая ли эта идея. Не, мы быстрее рассыпаемся. Пока что из-за того, что у нас нет шмоток третьего левела еще. Всех, мы не сможем убить волка. Блин, сложно, сложно. Надо пока фармить обычных белых волков, чуваки. Обычные белые волки. Это вот, ну, единственное, что мы сейчас можем убивать. И то не в слишком большом количестве. Вожак волков, погнали. Обычного я точно убью. Я, конечно, начал не с фулл хп, но ничего страшного. Это мне не помешает его одолеть. Еще фиолетовый волк, смотрите-ка. Не, этих я с тебя не справлюсь, наверное. Давайте белого. Обычного. Ну, вот крит вылетел, прям хорошо пошло. Давай-давай. Листва. О, трава, поганая трава, боже. О, тяжело. Мне нужно шмотки третьего левела выбить. Срочно. Шмотки третьего левела. Сюда, эти вожак волков. Убиваем его. Когда фулл хп, он точно не справится. И в траву его нельзя отводить. В траве по нему тяжелее попасть. Так, нагрудник третьего левела, да? Второй выкидываем. Третьего. Еще и фиолетовый. Сюда. Отлично. Так, вожак волков. Регенимся. Он идет сюда. Нам сколько их нужно, этих вожаков волков? Убить огненных скелетов. Вот эти огненные скелеты. Окей, огненных скелетов мы убьем. Еще один нагрудник. Да мне не нагрудник нужен. Дайте ботинки, дайте шлем, у меня они до сих пор лоу-левельные. Мне вот реально нужны только ботинки и шлемы, я уже буду здесь нормально себя ощущать. Я в этом уверен прям на 1000%. О, еще один волк пришел, два волка сразу, это, конечно, жестко. Двух волков я не осилю, потому что нет ботинок и шлема. Вот, ну реально, вот просто без ботинок и шлема я не могу с ними справляться. Это, если честно, очень жестко. Опять нагрудник, да что за... Что за один дроп нагрудник, синие волки еще вокруг, капец.
Игра меня будет жестко. О, вот этого скелета огненного я смогу завалить. Мне как раз нужно 15 штук. Да синий волк, ну куда ты пришел? Жесть, просто опять убили. Ну хотя бы одного скелета убил. Капец, но с другой стороны, элитников слишком много появляется. Мне кажется, нужно, чтобы меньше элитников появлялось. Потому что, ну, вот у меня два элитника на проходе встали, и все, я типа вообще ничего не могу сделать. Я даже выйти не могу, элитники просто убивают меня. Так, ладно, давайте огненного скелета убиваем, после этого попробуем пофармить здесь железную руду. Кстати, с огненными скелетами гораздо сложнее, чем с волками. Намного сложнее. Не, все, волки. Фармим волков, чуваки, я не знаю. Ну это уже, это прям ужас. Ужас, чувствую себя слабаком, прям уже. Да какие штаны, дайте мне ботинки. Ладно, знаете что, я иду на отчаянный шаг. Ну, у меня нет денег, у меня нет денег, чтобы закупаться. Я хотел пойти купить себе просто шмотки. Но я посмотрел, я потратился на зелье, и да, и денег у меня не осталось. А криты... О, ботинки! Наконец-то! Наконец-то надеваю ботинки третьего уровня, которые просто, смотрите, вот насколько большая разница в характеристиках. И сила атаки, и все остальное бустит гораздо выше. Надо еще шлем выбить. Теперь два волка. Смотрите, все, уже не проблема. Два волка, три волка, это уже не проблема. Просто одни ботинки сменил. Одни ботинки сменил, и я уже просто тащу трех волков. Вот она разница, чуваки. Вот она разница просто с одними ботинками. Ладно, они еще фиолетовые. Что сюда пришел? О, ботинки еще один, но эти уже мне не нужны. Вожак волков. Ну, с волками я уже разобрался. Мне хочется лучников уже убивать, потому что волков мне-то уже и не нужно фармить в целом. Давайте подрегенимся, пойдем вон того лучника зафармим. Это огненный скелет. Все, зарегенились, идем его убить. Плюс тут железная руда рядом. Капец, не, он слишком быстро стреляет, но это невозможно. Жесть, ну лучники прям вообще я под бафами, под всем просто. Так, мне нужен шлем. О, вон шлем какой-то лежит. Закрысим просто через шлем. Кому-то он не нужен, а мне он реально нужен сейчас. Потому что я не могу просто прокачаться. Третий левел, волчий шлем. Ну-ка, с моим шлемом вообще небо и земля. Ну вот сейчас, наверное, я уже должен убивать этих и лучников. Капец, у лучников какой-то дэмэдж. Прям они так то ли критуют, то ли что. Я просто догорел. Я убил лучника, но я догорел. Мне как будто нужна еще больше, более жесткая броня. Но с лучниками я даже не знаю, что делать. Может, их надо как-то мансить, но они еще... Раньше от них типа можно было, здесь были ифриты, и от них можно было увернуться. А от этих огненных лучников вообще хрен увернешься. А, не, можно увернуться, кстати. Только если через завороты пытаться, я не знаю. Ладно. Парим здесь железо. Так, сразу спавнится, сразу же убиваем. Ух, шлем. Элементальный, кстати, он лучше. Он намного лучше. А с этих-то падают элементальные поножи. Посмотрите, нифига себе. А с этих-то чипзиков падают намного лучше шмотки. Синий. Синего смогу осилить? Нет, синего не смогу осилить. Синий пошел вон. Не, синий это не для меня. Ну куда? Кто? Какие? Волк фиолетовый просто. Сраные волки. Капец, элитников слишком большой спавн. Мне кажется, нужно делать их шанс спавна элитников ниже. Потому что это, ну, это перебор реально. Они слишком часто спавнятся. О, с новыми шмотками. Так как игра заиграла новыми красками. Так, новый нагрудник. Элементальный. Лучше, чем волчий фиолетовый. Надеваем. Четвертый левел, кстати. Так, а есть меч какой-то четвертый левел? Мне надо бы сгонять, почистить инвентарь, как будто вот так. Скелет. Не, ну с новыми шмотками, конечно, игра заиграла другими красками совершенно. Так, все, железной рудой выкопал, но я копаю ее дальше. Почему? Потому что мне нужно качать левел кирки. Ну и плюс мирный фармим, вот этот валюта мирные. Мирн коин. Ой, блин, не-не-не, мужик. Все, ну нет, все понятно, я не буду с тобой драться. Можете телепортироваться в бою. Я понял. А теперь могу? Да, могу. Телепортируюсь. Продаем шмотки. Продаем весь ненужный хлам. У меня шмотки, кстати, третьего. А, у меня шмотки четвертого. Да. А, с элементалей четвертого левела. А волчьи будет третьего левела. Все понятно. Так, третьего левела все вещи продаем. Смотрим только на вещи четвертого левела. Если четвертого левела есть, то это оставляем. Потому что может быть лучше, чем наши текущие. Потому что уже тяжело. Уже чувствуется тяжесть, понимаете? Тяжесть бытия. Третий левел, это все уже не для нас. Третий. Кинжал на четвертый, кстати. Не, ладно, продаем. 480, в целом нормально денег фарманули. Но не то чтобы, потому что бафы уже заканчиваются. На телепорты еще деньги тратятся, жесть. Начало помочь. Закрыть у него. Так, вот огненный скелет. Мне их нужно еще 13 штук убить, этих скелетов огненных. Я уже, по идее, должен переходить на следующую локацию. Но это капец. Но игра стала сложнее, чуваки. Игра стала намного сложнее. Прямо я вот ощущаю эту сложность. Давай, чел, помогу тебе с волком. Ах, тут сразу скелет заспавнился, но ничего. Убиваем его. Элементальный шлем у меня уже есть. Мне нужны ботинки. Скелет, давай. Я стелит, видели? О, ботинки. Ты у меня не мешай. Шестой левел пришел, что-то мешает. Элементальные боты, да, во.
Волчьи воды мне не нужны. Так, давайте. Ой-ой-ой-ой, синий. Помогай, помогай. Ладно, синий, помогай. Синий, помогай. Элементальные боты круче. Этот нагрудник, естественно, круче. По силе атаки, как минимум, защиты больше. Еще восстановление здоровья есть. Давайте его наденем. Синий. Так, здесь что? Сила атаки выше. Давайте наденем на шлем. Кристаллы сюда. Мне еще не нравится эта вот палка, если честно. Сколько кирку качать еще? Да, кирочку, конечно, на железе качать еще очень долго. Я, кстати, заренился. Ну, кстати, этих скелетов можно обузить. Смотрите, я вот так могу выйти. Побить его, получается. Опа. Ну, чел, ну ты издеваешься? Зачем ты сидишь моих мобов? Зачем ты это делаешь? Зачем? Зачем ты мне мешаешь? Ты что, забанить? Ну, реально, стоит чел, просто мешает мне. Так, стоим здесь, регенимся. Так, фиолетовый меч. Это лучше с мечом. Эти палки мне, если честно, не очень понравились. О, нагрудник элементальный фиолетовый берем. А бусы с дискетным лучником, чуваки, пользуйтесь, подсказкам. Пятый левел. Ой-ой-ой-ой-ой, что выпало тут у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, сюда. Это уже не нужно, штвоножье. У кого-то можно взять защиты повышенные. Нагрудник лучше, но на который надет, по-моему, лучше. Дает, ну, здоровье больше дает. Защите еще дает дополнительные 241. Не-не, оставляем так, как есть. Так, мне еще нужно убить 8 скелетов. Ну, давайте убиваем. Стараемся белых убивать, потому что они проще всего умирают. То есть, когда я прыгал, он как будто мне утроенный урон наносил. С этими скелетами лучниками что-то не так. Мне не нравится. Вот эти мобы прям вообще мерзкие здесь какие-то. Как будто они не должны так много дымажить. Да, что это за дэмэдж? Что это за дэмэдж? Почему? А, я дебаф получил, да? Нет, я не дебаф не получил. Дебаф убрали. Раньше здесь был дебаф. Ну реально, 6-й левел приходит и мешает мобов убивает. Чисто непонятно зачем, непонятно почему. Ну, как будто лучники снова начали дамажить больше, из-за чего? Может, какую-то вещь заменил? У меня, может, какая-то вещь была крутая? А я ее поменял? Да нет, вроде все так же. Ой, фиолетовый? Не-не-не, мужик, давай не будем. Или просто он критовал? Возможно, он просто критовал, да. Но я, правда, не знаю, что-то за удача у него была на сверхкриты какие-то нереальные. Ладно, пока регенимся и фармим железо, может, нам нужно кирочку до железной апнуть, чтобы алмазеры в будущем копать, получать больше мирно, соответственно, и так далее, ну и квесты закрывать. Давай, давай, огненный скелет, давай. Отъезжай. О, боты, кстати, это хорошо, у меня вроде зеленые были. Да, надеваем боты поинтереснее. Так, скелет обыкновенный, отлично. Я даже уже радуюсь обыкновенным скелетам, если честно. Так, еще один, кстати, это последний. Отлично, можем отправляться на сдачу. Ну не, погоди, мы можем не отправляться на сдачу, мы можем просто нажать J. А, во-первых, маунта делаем. Едем до конца этой локации. Чтобы быть уже на пороге следующей локации. Так, нажимаем J и смотрим. О, да, сдать квест и поручиться за следующее здание. Убить Андро и канарийский эндермит. Еще поговорить с торговцем усилениями, но это потом. Мы с ним уже поговорили заранее, у нас уже бафы почти кончились. Ой, фиолетовый, не-не-не, мужик. Давай вот без этого, без твоего фиолетового, канарийский эндермит. Так, а вот доступ к фермологу мне там говорили, да? Меню спутников, разные спутники есть. Скорость получше. А у фермолога можно вещи продавать? Нельзя, я бы хотел, да, было бы удобно, не нужно было бы на базу идти. Андор это волк, да, обычный? Ну отлично, обычных волков я убью, не элитников. А с него... Че, он просто мне кританул наполовину моего здоровья, что за бред? Капец, тяжело стало реально. О, эндермит, кстати, стал нормальным. А, эндермиты слабее здесь, чем волки, да? Ботинки, да, ништяк. Одеваем новые боты, становимся сильнее, эндермит убиваем. Так, хорошо. О, канарейский фирм-клинок. Это звучит хорошо. Не, надо лететь на вас продавать весь этот мусор. На 400, да, маловато. О, ништяк. Так я, все, еще к торговцу заодно забежим. И возьмем, это хилка получается. Хилка нам не нужна, нам нужна шанс крита, сила крита. Ну, манна не значит, что дает и скорость. Давайте скорость возьмем, пофиг. Будем быстрее бегать, будем быстрее убегать от мобов, когда будет ситуация непонятная. Ну и 505 стоит телепорт, да, дороговато. Ну ладно, мы пока сами тратимся. Теперь мы чуть посильнее прокачаны. Ну, под бафами под более жесткими. Так, завалили. Но монет, конечно, за убийство мобов вообще мало дают. Лучше шмотки бы давали нормальные. Если я уже не вывожу, понимаете? Все, у меня уже хп кончилось. Только если с хилками сюда заходить, но хилки стоят по 4 сотки. Это вообще не, ну, дорого. Ну, с новыми ботинками у меня хотя бы хп стало 4200, но все равно мало. Давайте пробуем Андора убить. Мне кажется, он просто по мне кританул жестко. Так, давайте следующий. Ну, конечно, фиолетовый заспавнился. Куда же без фиолетового? Вот, ну, он мне еще дебафов каких-то накидал. Не, давайте пока эндермитов убивать. Надо выбить шмотки с этой локации, чтобы мне стало проще. Оп, штаны какие-то лежат. Подберем, пожалуй. Так,
Что за штаны? Элементальные поножья. Блин, ну... Они даже хуже моих. Давай, давай, эндермит. Я знаю, у тебя там есть лут какой-то полезный. Садились, а? Пец, как его убить? Жесть. Когда они критуют, я даже не знаю, что должен сделать, чтобы я их убил. А я вообще что-то не критую по нему. Что за фигня? Я эндермита не могу убить уже, что за бред? Ух, я его убил, и ничего не выпало. Вы знаете, с одной стороны, как будто мне говорят, возвращайся на прошлую локацию, фармин. На прошлой локации я уже выбил топовые шмотки, я уже с оружием с этой локации стою, ну, реально тяжело. Может, надо скиллы прокачать, я не знаю. Я пока, наверное, не буду качать какое-то конкретное оружие, потому что кинжал, нужно с определенным оружием бегать. Я лучше просто физический урон бы апал, вот до сюда бы дошел. И вот это вот уже бы апал, не знаю. Мне это неплохой вариант. Ну, капец, тяжело, очень тяжело. Стало играть сложнее, гораздо сложнее. Я думаю, это может оттолкнуть очень большое количество игроков. Капец! Вообще лут не падает, а как? Я вот просто ради одного убийства моба потею, как сука. А в итоге вообще получаю ничего. Грустно. Еще система ПВЕ нечестная. Знаете почему? Волк меня бьет, и на каждый мой удар он не ответный удар всегда в 100% случаях выдает. Это немного нечестно, я считаю, потому что, ну, то есть, как бы, я могу промахнуться по волку в силу лоу-скилла, там, условно говоря, или, ну, не знаю, чего угодно, да? А волк никогда не промахивается, ну, то есть, мобы никогда не промахиваются. На каждый мой удар я получаю ответный удар всегда. Будто бы нет такого, чтобы он по мне не бил, у него скорость атаки выше. Вот все, опять, я не могу с ним справиться, у оружия атака очень низкая, ну, может быть, за кинжальчика вот, играть реально. Давайте возьмем кинжал, посмотрим, может с кинжалом что-то изменится. Поэтому эндермита еще хрен попадешь. Ну, давай второй, да, подползи. Мне как будто бы было легко с одним эндермитом. Второй решил подползти. Не-не, мужик, не надо, давай поговорим. Кинжал мне какой-то баф давал или что, понять не могу. О, увеличит выпадение предметов. Вот это хорошая пассивка, ее оставляем. Но мне нихера не падает, мне как раз таки вот увеличение предметов здесь бы не помешало. Капец, да вообще ничего не... Я уже почти 6 левел апнул. Ой, жесть, мне просто не падает. Ну, возможно, с левел апом у меня типа статы подрастут, да, то есть как бы я смогу прокачать себе кинжал, там, скорость, блин, это жесть, это все равно жесть. Как чуваки, ну, до 31 левела апнулись, мне скажите, я вот играю с 50 минут, я только на пятом, и это вообще хардкор какой-то лютый. О-о-о, ура, сейчас будет легче дышать, посмотрите, разница, чувствуете разницу? Надеваем. О, да. Кайф, кайф. Новые поножни. Ой, ну и, конечно же, синий эндермит, с которым мы драться не будем, естественно. Волчара, ну, сейчас отъедешь. Я теперь со штанами, все. Шлем. Да, шлем. Кайф, 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 кайф. Шлем, это кайф. Ну, все, все. Сейчас, наконец-то, мои мучения закончены. Нагрудник. Просто что это? И у меня что, сегодня день рождения? Эй, синий волк, пошел в жопу. Не ходи сюда. Не, все, теперь этот квест станет гораздо проще, потому что наконец-то у меня появились нормальные человеческие вещи. Так, андоров поубиваю, потому что у меня их меньше, чем эндермитов. Эндермитов я уже почти закончил, кстати. Ой, ну двух андоров я пока не тащу, к сожалению. Но одного убил, кстати. Одного-то по итогу убил. Надо стараться все-таки не наглеть, потому что мы все-таки не супергерои, да? Мы до сих пор сосем, просто стали сосать чуть меньше. Синий заспавнился, жесть. Она не забывает, лошадь спавнит. Лошадь реально дает очень большой буст скорости бега. Можно выбегать из ситуаций, в которых ты жестко можешь пососать. И бежать к мобу, к белому. Знаете, вот синий там фиолетовый спавнится, просто берешь все, нажимаешь и убегаешь к белому мобу. Пока только такой варик для себя вижу, если честно. Синий волк. Ну, синим волком нам даже не разговаривать не о чем, если честно. Давайте это наденем. Он выглядит посочнее. А у меча 145% физурона, кстати. О, еще и поножья, да, сравниваем с нашими текущими. Хуже, ботинки. А, эти ботинки, кстати, еще дают защите, дополнительную защиту, так что давайте их наденем. И меч в целом получше выпал, по 466 бью. Конечно, скорость так и замедлилась, но зато... ой, а что там такие медленные? А, это нас замедлял Андор. Смотрите, какой, кстати, неплохая железная руда. Можно подфармиться. Место неплохое, что вот, записывайте. Запоминайте. Скоро кирочка у меня уже апнется. Но мы пока волков убиваем, этих андоров. У меня их уже в целом нормально убито количество. Хорошее. Надо, короче, смотреть на процент от твоей физической атаки. Потому что, я так понимаю, это процент сильно решает здесь реально. Потому что я вот, ну, 140% взял пуху. И, ну, сейчас просто сношу жестко. Как будто бы раньше это не так сильно решало. Крепкий нагрудник. Сравниваем. Наш лучше. А, ну все, андоров, кстати, всех убил, нужно пойти эндермитов поубивать. Опа, а шанс дропа этой штуки очень низкий. Давайте, кстати, даже глянем, даже стало интересно. Андор. Шанс 0,31%. Надо это убрать в хранилище срочно. О, смотрите, нифига. Нифига. Нифига, крутая штука. Этого раньше не было, это круто. Это реально круто, мне прям ставлю этому лайк. Не, обновы вышли прикольные, но стало играть как будто в 10 раз сложнее.
Но я даже не знаю, плохо это или хорошо, потому что, с одной стороны, ну, раньше все было слишком просто, да? А теперь стало посложнее. И вроде бы как будто я ною, да, сижу, но мне все равно... А от этого мне меньше нравится не стало, понимаете? Мне, наоборот, даже больше нравится. В каком-то смысле, не-не-не, синих пока не осиливаю, синие пока не мое. Прокачиваем дальше здоровье. Тут у нас физический урон на 3% поднимается. Мы же с вами поняли, что 3% это типа не хухры-мухры, это типа серьезные цифры нагрудник. Ой, я забыл, кстати, на локациях искать различные бонусы. Надо на прошлой локе найти бонус какой-то. Поездить, поискать. Скорость передвижения выше, здоровье выше, защита ниже, сила стихии и сила атаки. Ну, давайте оставим предыдущие ботинки, мне они как-то больше нравятся. Все, последнего эндермита убиваем и едем в прошлую локацию искать, где там лут. Так, кстати, можно нажать J. Встаем квест, получаем какие-то осколки. Берем новый квест. Блин, надо было одну штуку взять, которую мне давал тот чел. Скидывал. Но я от нее отказался, потому что я все-таки не беру подачки. Так, хорошо, мы сейчас что с вами делаем? Нужно подумать. Во-первых, найти нужно здесь NPC-шника валяющегося. Непонятно, где он может быть, если честно. Может быть, в доме в комнате вот здесь. Не, мужики, отстаньте, а. Может, в этом доме? Я так понимаю, это всегда будут какие-то мужики такие валяющиеся. Может, колодцы? Как мне теперь отсюда выбраться? Ладно, продадим шмотки. За вот эти вот мирные, которые мы выкапываем... Можем покупать вот такие вот крутые штуки. То есть, грубо говоря, покупаю эту штуку вот за 50, да? Кидаю на свой меч, и теперь мне фейдит твой меч, он дает дополнительные статы. А, так я, в принципе, могу так и сделать. Тык-тык-тык-тык, купить их, да? И на свои шмотки их накинуть сейчас. Да, это трата мирнов, но зато у меня шмотки стали намного лучше. И, соответственно, я буду гораздо... О, гораздо быстрее выносить мобов. А мирны можно фармить с помощью разных приколов. Например, смотрите, вот... Я в начале серии уже показывал. Не сразу все могли понять, но тут есть такой прикол. Сюда вот так вот паркурим. Сюда вот так поднимаемся. Правда, непонятно, можно ли здесь фармить. Потому что как бы, на ОБТ было можно. Сейчас можно запривать ли территорию, это уже нельзя фармить. Нет, все еще можно. Смотрите, здесь куча железа. Мы же здесь быстренько кирочку прокачаем. До, получается, железной. И тогда мы сможем выкапывать золото. А в среднем, на средней крыше здесь есть золото. Разработчик это не убрал, хотя я ему про это говорил. Значит, если он это не убрал, то, скорее всего, он не против, чтобы игроки так фармились. Поэтому, думаю, бан вам за это никто не даст, дорогие друзья. По 11, по 8 мирно. Все, теперь у нас железная кирочка. И, соответственно, мы можем купать золото. Ну-ка, золото сколько ему дает? Мне еще нужен уровень персонажа 8. Продумано, продумано, смотрите-ка. Нифига там, 5 утра, Зенг пишет, типа, перезапуск аркад. Зачем он это пишет? На аркадах что-то много людей сейчас? 13 человек, ну что перезапустили, наверное. Ну хотя я даже представил, даже в 5 утра здесь онлайн. Какой у нас сейчас онлайн в 5 утра? 1332 человека вообще. Ну типа, что можно еще сказать по этому поводу? Это просто топчик. На некоторых серверах в вечером такого онлайна нет. Видите, здесь золото, например, есть тоже железо. Короче, вот, если вам нужно будет подформить ресурсы, вас бесит мобы, которые вас отвлекают, советуйте крыши. Это реально имба тактика. Здесь можно эти мирные подформить. Видите, у меня уже снова 600 мирных спокойненько я их нафармил. И надо будет сейчас купить зелье баф. А когда на 8 левел, смогу и золото здесь фармить, соответственно. Бафанные зелья, зелья бафанные. Где-нибудь там? Угу. Спускаемся. Во, только сейчас заметил, что здесь тоже есть железо. Смотрите, его тоже можно фармить. И уголь здесь тоже есть, нифига. То есть даже на спавне это можно делать при желании. Так, торговец усиление, продай мне усиление. Так, мы с вами прокачались, поэтому, мне кажется, можем спокойно отправляться дальше. Бафнулись, новый остров. Блин, а я так и не нашел там бонус, да? Ой, дурак, ладно, может быть, между сериями поищу это дело. Заодно и вам спойлерить не буду, так, оцелот. Капец, трава мешает, я из травы не могу по него попасть. Еще синий на меня напал. Ужас, просто ужас, дорогие друзья. Оп, убил его. Так, по ножи, ну видите, сразу же лучше. Я, конечно, купил, сделал фиолетовыми, но зато с фиолетовыми мы хотя бы выбили эти. А, так я могу взять из хранилища сразу же вот так вот. Все, теперь они тоже фиолетовые. Так, мужик, извини, забери. А, я фиолетовый тоже забрал. На, возьми еще этот. Может пригодится. Так, пятнистые боты. Надеваем. И сразу берем себе фиолетовый порошок и накидываем на ботинки. Я просто хочу прокачиваться быстрее, поэтому пофиг. Даже вот, ну, такие траты, да, это траты, конечно, жесткие, но почему нет? Снова, знаете, не буду мучиться, как с андорами было и с этими эндермитами. Да, смотрите, я сразу же захожу в локацию и хотя бы не мучаюсь. О, боже, как же приятно не мучиться. Так, пятнистый нагрудник, ну, лучше моего, соответственно, это в любом случае. Но фиолетовые пирожки у меня уже кончились, и это плохо. Ну, и без них в целом нормально, наверное, будет. Давай, давай, целот, давай. Да, мы уже, смотрите, с легкостью проходим.
И надеваем пятнистый шлем. Все, у нас фулл сет, так что мы можем здесь убивать уже мобов и посерьезнее. Но они, конечно, то, что этот, накидывают на тебя это ослепление, это вообще мерзко. Так, ладно, ищем здесь какие-нибудь секретки. Где здесь может быть секретка? Наверное, около статуи может быть секретка. Также мне здесь нужно убивать лунный паук. О, а лунные пауки-то как раз-таки здесь. Не, ну только не вдвоем, мужики, но мне с одним-то будет тяжело справиться. Хотя, нормально, лунные пауки какие-то неактивные драчуны, я вам скажу. Не, пятнистый нагрудник как будто бы лучше. Дубля можно подфармить. Так, хорошо, лунный фирм клинок, синий паук нам нас не интересует. Ни в коем случае нахер синих пауков, знаете, это всегда... О, фиолетовый паук. Жесть, когда-нибудь я буду фармить элитников и буду говорить, да, элитники это круто, знаете, как на первой локации было. Но теперь я понимаю, что нифига это не круто. Ладно, у меня фиолетовый. Ой, ну синий паук, не-не-не, синий паук, это я не буду даже. Даже пытаться не буду. Ведь три синих паука мне просто попалось. Кого клинок я выбил? Берем. А я смогу пользоваться? Он седьмого, необходимый уровень 7. Это я точно его выбил? Он мог просто лежать, конечно, я могу случайно найти. Но пользоваться я им пока не могу, чуваки, скорее всего, потому что нужен 7-й левел было написано. А я сейчас пока что еще 6-й. Ну-ка, попробую ударить им. Не, нельзя, не дает, не дает. Так, все, апаем 7-й левел и надеваем этот крутой меч. Нистые боты. Ну да, вообще сравнивать шмотки и одевать шмотки получше. Но пока что вроде справляюсь. Ой, фиолетовый паук пришел. Да, ну конечно, конечно. Мне же, типа, ну знаете, вот, ну хотелось просто сдохнуть. Вот сейчас вот. Поэтому фиолетовый паук только заспавнился и любезно дал мне в рот. Куда же без этого просто? Ну я просто в шоке, если честно. Так, маунт. Бежим сюда. Синим паукам, естественно. О, белого паука тоже фармим. Белые мобы, это я одобряю. Вот, целоты белые. Тоже одобряю. Фиолетовый, ну тут сверху белый, я просто жду, когда зарегенится. Оцелот обычный. Оцелот обыкновенный, давай. Оцелотик, сколько здесь травы-то вокруг. Так, хорошо, что убили? А, пятнистый фирм кинжал. 116%. Не-не-не, мужик, ну давай. Зачем нам с тобой драться? Зачем, вот скажи, зачем? Зачем нам эти ссоры? Такое ощущение, что все мобы вокруг твои синие и фиолетовые. Как будто бы других мобов просто не существует. Все, он в траве стоит, даже попасть по нему не могу. Жесть, ужас. 116, 118. Так, блин, кинжал получается лучше. У кинжала скорость так и выше. Но не хуже. Зато регенерация в бою и больше стата. Давайте попробуем найти тебе что лучше. И кинжал был. Я буду попробовать драться кинжалом, потому что, ладно, кирку я сюда вообще уберу. Эти кинжалы, эти мечи уберу. Эти кинжалом буду драться, потому что мне кажется, кинжал гораздо мощнее здесь этого моего меча. Потому что проценты такие же, как и на мече, но при этом скорость так и этого у него уже выше. С одни синие мобы. Да. Может даже синего одолею. Не, у него слишком большой дамаж. А чё, пауки только синими спавнятся? Где белые пауки? Вот белый паук, отлично. Опа, еще один. 7-й левел. Теперь мы можем пользоваться этим крутым мечом, у которого очень высокий дамаж. Так. На меня осталось убить всего 5 пауков. Смогу ли я убить паука синего? Ну, как будто его даже проверять не хочется. Ой, ну слышите, белого паука я прям вообще обоссал только что. И у меня появилась манна. А зачем мне манна? Какие-то скиллы появились. Раньше маны не было. О, да, синего выношу, синего выношу. Какой хороший меч я нашел. Ой-ой-ой-ой-ой, сюда. Правда, у меня закончилось место в инвентаре, и походу пора мне уже лететь в город. С таким забитым инвентарем. Не, ну оружие прям жесткое, если честно, выбил. Вот с ним, возможно, я сейчас далеко пойду. Че, и на косарь продался, отлично. Его бы еще за точками заточить, если честно, что он реально мощный. Так, лунного паука еще 3 штуки убить. Давайте найдем лунных пауков. Одного вижу. Так, теперь синий лунный паук, белого убил, теперь синий. Критуй, критуй, пожалуйста, просто критани, просто критани, просто критани. Ух, в последнюю секунду. Лунный шлем, лунные поножья. Ух, все, квест выполнен. Стою, сажусь на коня и бегу к следующему локации. А там сдам квест и пересяду. Ничего не видно. О, джей, сдать, поручиться. Добавляю случайный модификатор. Угу. Ну, кидаем это все пока в хранилище. Так, новая локация, новые шмотки, новые мобы. Альп, делаю. Мне, кстати, нужно поговорить с Риной. А где она? Ага, сверху где-то, смотри. Так, валим, валим Альпа, вальнули. Ну, манна это интересно. Что с ней делать по итогу? Не, критует слишком больно критует. Так, Альпик, ну зачем? Мешают, просто мешают. Нормально, я вроде объяснил по-чечески. Адекватно. Ну, чтобы, знаете, я просто не хочу вот сидеть, типа, пожалуйста, не мешайте мне. Ну, типа, очевидно, что 13 левел не должен... приходить на локацию для 7-го левела и убивать мобов просто мы их. В чем смысл моей игры будет тогда? Мне разве будет интересно играть по-вашему? Мне интересно так играть. Я играю в этот режим, потому что он мне действительно нравится, понимаете, что я кайфую от игры в него. А как я могу кайфовать, когда человек мне за меня игру проходит, не давая мне шанса поиграть?
5% выше шанс попадания предметов, но это выгодная штука. Так, хорош. Искажающий какой-то был кровавый нагрудник. О-о-о, альп! Я вроде завалил, а вроде бы как будто бы он меня практически завалил. Так, помимо альпов, мне еще нужно убивать пауков. Но этих пауков даже не видел. Но они вроде были на это. На пути в эту гору. Я точно помню, что здесь было много пауков. Так, и тем временем у меня кровавые поножи появились, которые лучше, чем мои. Я вот тут дополнительные статы, но зато у этих, смотрите, сила атаки возрастает и так далее. Также кровавый нагрудник появился, который лучше, чем мой, очевидно. И пока что ничего более крутого не появилось, поэтому мы закидываем сюда. И стараемся, давайте пока этих, наверное, альпов убиваем, пофиг, купим с них шмот. Они в целом достаточно быстро отлетают. Блин, иногда мобы бьют кого-то двойными атаками, если честно. Так, у нас с вами пополнение в ботинках. Остался только шлем. И последний альп. Все, с альпами закончено. Фух, уже больше часа записываю, чуваки. Мне кажется, пора остановиться. В целом, практически до 8 левела прокачались. Хороший результат, я считаю. Ну, а с вами был я, Демастер. Продолжим мы с вами в следующем ролике. Заходите на Crystalix, играйте в Infinity Fantasy вместе со мной и другими игроками. В общем-то, на этом все. С вами был Демастер. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.